Уважаемые родители, с 16 по 18 октября, в дни каникул праздника Суккот, молодежное движение Нор-Леуми организует трехдневный лагерь для детей с 10 до 18 лет в живописном лесу Пансионата Лави, который расположен в районе Нацерета. Обширная развлекательная шоу-программа, четырехразовое питание, и стоит это всего 400 шекелей. Охрана и безопасность гарантированы. Заинтересованных просим звонить по телефону, который вы видите на экране.